Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Сейчас я хочу рассказать вам, чем я хотел изначально заниматься у себя на хозяйстве. Изначально я приобретал литературу, связанную с кроликами. Хотел заняться кроликами. Все про них читал, все там... Короче, все вычитывал, как что делать, какие клетки, где их держать лучше там, и тому подобное. Потом я рассматривал еще такую скотину, как моралы. Моралы – это благородные олени. У нас в Пермской области выращивают моралов на панты. Вот я... точно таким же хотел делом заняться, но они довольно-таки удобные при нашем выгуле. Сколько у нас здесь гектар? Сейчас у нас здесь в общей сложности 324 гектара. Вот при этой ситуации, что есть свободный выпас, моралы чувствовали бы себя вообще просто офигительно в этих условиях. Тут и сосняк, и там и все, что хочешь, и мха всякого тут. Не знаю, конечно, есть ягель или нет, которые они едят. Но я думаю, что они все равно нашли бы себе что покушать. Причем взрослые моралы самостоятельно добывают корм даже зимой. Из-под снега там кору, наверное, какую-то жрет. А подкармливать нужно только молодняк. Вот. Подкармливать молодняк в зимний период, что довольно-таки неплохо. Плюс еще килограмм пантов стоит, ну это конечно все теория, это все что я читал, стоит 6000 рублей, китайцы покупают по такой цене его на лекарства. Вот, а в год морал приносит что-то до 27 что ли килограмм рогов. И вот несложная арифметика. Ну, грубо говоря, что там получается? 155 тысяч, да? Нет. 135 тысяч. Нет. Обманываю опять. 6 же тысяч, не 5. Так, что там получается у нас? У нас получается 162 тысячи, да? Ну, даже взять там 150 тысяч в год с одного морала. Плюс, что тебе его не нужно убивать, а нужно только панты с него срезать. Я думаю, что это довольно-таки такая интересная штука. Вот, ну, в дальнейшем, возможно, и заведем себе моралов и страусов. В общем, о чем дальше пойдет речь. В результате я еле-еле уговорил свою жену ехать сюда, в деревню, начинать сельское хозяйство. Продал квартиру. У меня была однокомнатная квартира в Перми. Ее продал. И в мае 2017 года мы начали заниматься сельским хозяйством. Поехали сюда с братом. Я уговорил брата. Брат приехал из Татарстана. Мы с ним начали заниматься. Стали строить вот этот птичник. Как мы думали изначально, что это будет птичник. 6х24. Вот. Думали, конечно, что все быстро будет. Купили брус, чтобы все это было быстрее. Но там я работал, брат у меня работал. И, в общем, у нас вся стройка растянулась на все лето. И мы его только половину птичника запустили в ноябре, по-моему, месяце 2017 года. В ноябре месяце, а половина у нас ушла так в зиму, недостроенная. Все в этой половине мы перезимовали. За 2018 год мы доделали, только уже решили, что здесь будет не только птичник, еще и овчарня, еще и козовник, или как называется, помещение, где содержатся козы. А все с чего началось? Мною были приобретены овцы романовской породы, и когда в декабре 2017 года одна овечка объегнилась четырьмя ягнятами, то у нее не стало хватать молока. Не стало хватать молока, один ягненок слабенький родился, и нам пришлось молоко это докупать.
Покупали в соседней деревне коровье молоко. 3 литра стоило 150 рублей. Ну, 3-литровая банка. И банки хватало, ну, может быть, не знаю, дня на два. Ну, в общем, очень быстро молоко уходило. Очень много денег требовалось на это молоко. Все это дело покупали. И тогда я решил, что нам нужна коза. К тому же и козье молоко более полезнее коровьего. И лучше подходит ягнятам. Вот. И мы приобрели козу. Попытались ее покрыть при покупке. Но она не покрылась. В результате родила вот только в этом году, в 2019. А приобреталась она в марте 2018 года с нашим козленком. На тот момент козленок Валентин. Сейчас уже целое козлище. Вот. И вот наш козлище Валентин покрыл нашу снежку. У нее родилось двое прекрасных козочка и козленок. Двое козлят прекрасных. Вот. Ну, козленка мы сейчас будем продавать, а козочку себе оставим. В общем, коза приобреталась для того, чтобы в случае таком, в таком случае, как с овцами случилось, случился у нас, чтобы у нас было молоко, чтобы выпаивать козлят. Вот на данный момент у нас уже 15 голов овец вместе с молодняком. И еще были приобретены 4 козы, 2 альпийки и 2 зайненки камолы. И те камолы. Вот мы их оставили. Ну, мы их как приобрели? Мы их поменяли на поросят, в общем. И себе оставили в стадо. Сейчас вот, не знаю, покрыли. Одна вроде зайненка беременная, вторая, мне кажется, что нет. А ее снова к Валентину подсадить. Пусть ее оплодотворяет. А для альпиек я привезу чистопородного альпийца, графа. У нас есть такой козел, чистопородный альпиец, красавец. Вот я его где-то в видео показывал. Правда, блин, рог один сломал. Пытался воевать у нас с Валентином. Чувствовал его, когда мы его привозили. И сломал рог. А так, такие шикарные рога у него были. Красавец, не козел. В рекламе можно сниматься. Вот, в общем, привело это все вот к этому пока. Но в дальнейшем думаем еще заводить моралов. Страусов тоже хочу завести. И делать экотуризм. Вот планы на будущее. Экотуризм, будет прудик, рыбка. Домики из глиночурки, чтобы люди приезжали отдыхать. Ну и помогали нам финансами, получается. От того, что будут приезжать, отдыхать, кушать натуральные продукты. В общем, будут помогать таким образом развивать нам ферму. Вот это наши планы. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока.